Здравствуйте, мои дорогие! В эфире «Солнечная Индия». Меня зовут Людмила, и я приглашаю вас в гости на канал «Индия, какую вы не видели». А также я вам покажу, как живет обыкновенная международная семья. Познакомлю вас со своими родственниками и друзьями. Так, Сюзан, а вот ты скажи мне, вот ты вообще знаешь, что у тебя вообще где? У тебя столько вещей. Ты вообще знаешь, что у тебя где лежит? Вот, например, вот в этих вот коробках. Ну, смотри, те, которые я часто использую, да, я помню. Но некоторые, которые не очень часто, я иногда забываю. Бывает такое, что не очень помню. Я там одну-две открою, а потом найду. Только. Ну, у меня гораздо меньше, там, бижутерии или чего-то. Вот я это сделала то для того, чтобы все, каждое было в отдельном вот этом, но я не думала, что столько их много будет, что я не запомню и так, что в чем. Ну, не, я думаю, я буду помнить больше, чем половину точно. Да? Ну, давайте проверим. Давай. Короче, у нас теперь квест. Квест? Да. Вот это я сейчас... Обычно я тут не ложу. Сюда пока поставлю на место. Он обычно у меня тут стоит вот так вот. Но это все мои вещи для волос. Любое, что мне надо для волос. Мерлин Монро. Тут у меня... Вот такие у меня подружка одна делает такие всякие. Надо черно-белый найти под платье. Ну да, вот этот пойдет. Такие всякие дреды, если вы меня видели раньше у мамы, я там одеваю. Очень просто одеть. Если не хочется с волосами много чего делать, там, например, одеваю там. Сейчас такие волосы прикольные. Вот. Ну и все тут у меня всякие там, ну не парики, но hair pieces, как говорят. Ну, какие-то накладочки. Накладочки, там, расчески разные, accessories, которые... Ну, чуть-чуть покажи еще. Вот. И этот пришел, ему дреды надень. Ничего ему. Все испортят он. Вот эти там, например, когда надо какую-то дырку сделать, там, знаешь, одеть вот так, потому что больше волос, кажется. Тут у меня тоже накладки откуда-то. Я тебе покупаю. Вон, кстати, мои пришли накладки. Всякие вот эти. Это там на Крисмас, как рейндиер. Там на Крисмас мы такое там одевала. Там, что еще? Вот эти у меня экстра, которые я одевала. Ну да. Ну тут все. Всякий клей, экстра клей, там резинки какие-то для волос. Вот эти укладки делать. Всякие вещи. Ну все, короче, все, что для волос. Вот, это даже у нас есть какие-то старые, я их так не одевала. То мы так дешево покупали, почти по 200-300 рупий. Ну, это не настоящее, но я их никогда и не одела. Для всяких партий, вечеринок так один раз одели и больше не одевали. А ну-ка. Нет, это, конечно, не такая хорошая. Это Баба Яга. Вот так вот. Ну и всякие такие прикольные. Ну все, что для волос и для головы, все тут найдется у меня, короче. Так, а что у тебя тут внизу? Тут внизу у меня все сережки. Все в разном таких. Сережки. Ну так, чуть-чуть их к экрану показываю. Ну, так, диски такие всякие большие. Ну ты... Так ничего не видно. Ты немножечко на камеру так открой, покажи. Ой, какие полно. Тут я более такие большие, я люблю очень большие. Если я одеваю иногда, я такие люблю, чтобы были очень большие, и чтобы не были гарри. А, чтобы большие были, но в то же время они не тяжелые, ну, должны да, быть. Тяжелые, там это тоже индийский. Угу. Так, не тяжелые. Рядом. Так, тебе чего надеть? Простые, европейские, там гупы всякие. Что такое гупы? Гупы это когда такое? Просто. Церковь. Кольца. Тут у меня все, которые на одно ухо только одеваются. Знаешь, такого типа. Там. А, на одно ухо? Это как бы сюда одевается. Ну, вот так, понятно, понятно. Ну, там всякие для одного уха такие всякие, знаешь. Ух ты, ага, классные, вот это симпатичные такие. Нужно одно ухо. Одно ухо. Ну, сюда дай поближе. Вот такое, знаешь, одно ухо такого типа.
Не знаю, видно будет или это нет. Ой, тут целая конструкция. Попробуй разбери, как надевать. Ну, тут уже все у меня тут надо разобрать их немного. Что-то много их. Ой. Жага, ну я что-то купила. Ну, это тоже сережки такие. Ну да, это сережки. О, убери волосы. Убери волосы, не видно. Сейчас подожди, вижу. Просто тут. Все вот эти такие есть. Они или на ухо вот так вот одеваешь. Сейчас они у меня запутаны. Угу. Я не могу оторвать, потому что я тут привязана с телефоном. Это у меня разрядился телефон. У меня такая. Уже я ее много одевала. Под черное там оно хорошо подходит. Всякое. И оно так просто одевается. Тоже мне нравится, что оно не давит ничего. Угу. Ой, мне надо это все разобрать. Такой бардак уже у меня тут вообще. Ну да. Все. Тут у меня ярень. Видишь, знала, что тут у меня. Да. Сюда я еще лезу. Короче, 2-0 пока. 2-0. Она знает, где у нее тут всякие для волос лежат вещи. Сверху и... начнем или снизу начнем? Да как угодно. Давай сверху. Тут у меня разные brushes, makeup brushes extra. Сколько я использую, у меня там лежат, а остальные extra brush, как сказать. Пауч это, ой, не пауч. Brushes это всякие у нее для makeup, эти щеточки. Щеточки. Ну, сейчас, мне тут. У меня телефон разрядился. Вот. Или стоя я буду. А, ты можешь, да, потому что у меня там не получается, я ж тут привязана к телефону. Да, вот, давайте посмотрим, что там. А, ну тут браш, ты сказала. Тут браш, у меня вот браш. Всякие щетки. Всякие щетки. Так, ну вроде знает, что тут лежит. Прозрачная, поэтому знает. Прозрачная коробка. Тоже такие, тут видишь, вот такая у меня секция в этой. Ого, ты ними вообще пользуешься? Не, я когда там у меня заканчиваются, я пользуюсь. Ну не все, но я... Ой. Ну да. Я даже не понимаю, почему столько их много надо в одно время. Там мне надо максимум 5-6 штук из них. Тут тоже такая... Вот такие. Такого типа. Этими что ты, крем наносишь или под паудер? Этими крем наносишь. Крем наносишь. Да. А, я вот таких, у меня нет, например. Mm-hmm. Такими я не пользовалась. Это меня тоже Айрис все научила. Это тоже такая маленькая. Mm-hmm. А это что? Я даже это не знаю, что. Видите, одну вещь не знаю я, что тут. А ну-ка. Тут у меня для шитья, у меня столько ниток, всяких ниток, ой, ужас, ничего себе. Нитки у меня наворовала, небось. Скорее всего, да, этому, я даже не могла найти, почему я и тот купила. Нет, ты всегда у меня же говорила, мам, дай мне там ниточки, у меня же девочка такая, не безрукая. Даже всегда из вот этих, ну, отелей я всегда вот такой забираю. Бывает же у нас. Ну да, там иголка, ниточки. Ну, всегда там где-нибудь понадобится потом, когда особенно едешь куда-нибудь. Ой, ужас. Надо это тоже разобрать. Как хорошо, что мы это делаем. Вот так. Сколько тут вот этих пуговиц, я бичме пуговицы искала. Ну, теперь у меня, видите, сколько человек посмотрит. Они могут приехать тебе помочь разобрать. Они теперь все знают, что у тебя где лежит. Да, поможете, девчонки? Сейчас в этом у меня брочес, по-моему. Так, уже 3-0. Ну, может, там сказать, кроме у того шитья, для шитья, в принципе, ты там сказала, там что у тебя брочес? Брошь, брошки.
Это я думаю, брошки. Сейчас я точно не знаю. Но я думаю, потому что я их мало одеваю. Да, точно. Брошь. Брошь. Это даже твоя, по-моему, или? Да, это моя. Ты мне дарила такую. Ну да, всякий брошь тут, если сейчас покажу тебе лист, чтобы каждую не вытаскивать. Всякие вот такие вот, видите? Угу. Короче, разные брочи. Это тоже, по-моему, это твоя. Это тоже, да. Господи, той брочи, наверное, лет 40 уже. Вот. Ну, тут видно, тут у меня как бы какие-то клипы такие, несколько только прикольные. Тут видно. Ой, это такой клип, ух ты, как будто цветок живой прям. Ой, это у меня, ой, уже распалось. Ну, starfish. О. Зря. Ты не съешь. Он еще может съесть вообще-то. Эй, эй. А где ты ее взяла? А? Где ты ее взяла? Starfish. Ну, это был клип такая, на клипе. Starfish. А, это клип такая была? Клип такой был, настоящий. Она в Гуа покупала? Наверное, да. Ну, клип оставь, потом пригодится куда-нибудь. Клип положи. Ну, да. Там мало ли какой-нибудь... Бантик-шмантик надо будет. Хорошо. Так, следующая коробка. Следующая тоже видно, тут всякие... Знаешь, было модно, пошла, где сзади чем закрываешь, ой, они всегда были больше. Это все такие earring, который сзади там чем-то таким закрываешь. А, понятно, понятно, да. Все, это вот те же дизайны, вот, короче, каждый такой дизайн получается. Тут тоже сзади такое получается. Такие, когда впереди только там какая-нибудь... Ну да. Небольшой шарик или что-то такое, ну, да, а сзади висит уже... сзади, покажи поближе вот так. А сзади висит уже такой там, ну, более крупный дизайн. Вот такой. Это все такого стиля в одном. Тут все у меня вот эти старые, недорогие, то в Гуае, где я покупала всякие, как их, rings, finger ring. А. Бижутерия, короче, тоже. Ну, понятно. Всякие. Такое. Вот такие бичи, помнишь, мода такая была? Да, да, у меня тоже такие есть. Сейчас уже ушло эта мода, мне кажется. Даже. Не вижу уже. Угу. Ну все. Да, это все. Первую полку разобрали. Разобрали, все я угадала, кроме того, что шитье. А вот то, что еще там коробка какая-то лежит. Вот это просто трей. А, это трей просто. Так, этот мы угадали. Это у меня такой пикник-баскет, но тут у меня внутри лежат паучес, которые я не использую еще всякие. Знаешь, для мейкап или когда travel делаешь, где положить свою косметику. А, косметик-бокс всякие там. Ну, типа такой, не exactly box, но pouch больше я буду называть, например. Ну, такие там. А, понятно, понятно. Всякие такие эти для, понятно, для косметику сложить там, да, что-нибудь такое. Коробки пустые такие, что можно потом использовать. Короче, много всего такого типа внутри. И знаете, такие. А здесь вот это у меня, видите, это такая корзинка, это была для пикника. Пикник. Это кто-то вот на Дивали, видите, нам подарил. Вон там, посмотрите, нож, стаканы. Нож, стаканы, рюмки маленькие. Тут вот это, и вилки, ложки. Это рюмки или это солянки какие-то? Рюмки. А что не с крышками? Почему с крышкой? Без крышки? Нет, вот вон рюмка, вот это вот что это. Нет, это просто одно. А, это солянки, точно. Это солянки. Это солянки. А это фужеры, а это вот приборы. Да. Классная, конечно, вещь, но я ее ни разу не использовала.
тут у меня тоже от волос что-то лежало. А, точно. Понятно. Это у меня, по-моему, пустая. А, нет. Вот. Минус, минус, минус. А, вот тут у нее реснички. Ресницы даже хорошие, которые я недавно покупала. Я как раз их сложила, потому что у нее не было места. Угу. Это все новые реснички, которые мы используем иногда. Тут, ой, я не знаю, тут что у меня. Сейчас. Тут, может быть, у меня hairband. Я еще думаю, hairband. Не знаю, может быть. Ободочки. А нет, тут маски. Кошмар, еще и тут маски. Тут новые маски, которые никогда не использовала. Всякие партивер были у меня, особенно всякие вот эти, я купила. Ой, ужас, я не умею, я почему не помню, я их не использовала уже 100 лет. Вот и не помню, что тут. Это маски. Вот. Это у тебя в коробке ты покупала или не, что? Ну, тут некоторые я покупала, например, вот эту я покупала, вот эту я покупала, ну, вот эту я покупала. Но большинство пришли с какими-то подарками. Или набивали, там что-то было. Я всегда люблю больше в коробке, чем то, что было внутри. Много раз я даже отдариваю вот эти там шоколадки, выкладки, потому что я не ем, а коробку себе оставляю. Что? Ну, вот тут я много чего не угадала, вот это не угадала и вот это не угадала. Да все равно. Все равно. Я уже вижу. Это у меня. Так, подожди, Сюзан. Это, наверное, я прервусь. Я не знаю, может быть, в этом видео или в следующем. Потому что я посмотрю, сколько у меня тут уже наснимала, да, сколько места. Сейчас я остановлю пока. Ну а на этом я заканчиваю свое видео. Приходите в следующий раз. Продолжим обзор Сюзанных сокровищ. Вас ожидает еще много чего интересного. Благодарю вас всех, что вы смотрите меня, что вы пишете комментарии. Это очень приятно. Пока-пока.